Друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Друзья, всем привет! У нас, как видите, потихоньку светает. Это значит, что у нас сегодня открытие охоты на утку. Сейчас пособираемся, потихоньку выдвигаемся, встречать рассвет и слышать канонаду выстрелов в Подмосковье. Пойдемте посмотрим, как пройдет у нас сегодняшняя утрянка. Ну вот, вырвался я на наш разлив. Время 4 утра, я уже взял первую криковую. Налетела, я ее добыл. С полем, друзья, охота начинается. В этом году очень много воды. Потихоньку начинает постреливать. Утка начинает мотаться. Сейчас доведем до нашей березки и начнем охоту. Особо на разлив не буду стрелять, так как не перейдешь, и собаки у меня в этом году нет. Друзья не приехали. Оставили меня одного в этом году. Ладно, пойдем поохотимся. Вот мы, друзья, на месте. Утка мотается. Потихоньку будем постреливать. Стараться, правда, надо стрелять вот сюда вот. Но как получится. Свист крыльев утиных ни с чем не перепутаешь. Вон уточка идет на посадочку. О, села. Села. Милая моя. У меня есть маночек. Носится вообще моментом. Подай. Там. Надо будет поискать. Это подранок. Процентов был. Ну вот моя битая уточка, которая утянула. Я ее нашел. Тоже селезень зеленоголовый. Вот там березки, где я стрелял. Сюда он утянул. Еще раз с полем. Все мои. Thank you.
селезень. Клюв-то зеленый. Соседи постреливают. Мои копилочки пополняются. Пойдем забирать нашу уточку, которую мы добыли утром. Налетело две, обе взял. Вот. Болото у нас топкое. Вот. Хорошо попало. Тоже селезень. Что-то сегодня одни селезни. Попадается хорошо с одной стороны. Вот. Утка, конечно, худая еще, но открыться надо. Пойдем обратно. Гоните ко мне. Я получше расцветет. Вообще не успокоишь их. Будут стрелять и стрелять все. А я каждый год потихоньку открываюсь, галочку поставил, вот червячки летят. Я таких не стреляю, мне нужны криковые, хорошие. А время у нас только всего лишь навсего 4:30. А у нас уже 3 уточки добыто. Как-то так, друзья, мои товарищи. Забрать, сразу сходить. Не люблю я так оставлять. Высоко ушла. Но со второго снял. Красиво. Вот он, соксун. Ой, соксун, оказывается, попал на выстрел с пулем.
что, друзья, утряночка у нас продолжается. Утка летает. Я не тороплюсь, не спешу. Спокойно выбираю, за которыми удобно ходить, в принципе. Вот. Три штучки у меня уже здесь висит. Это хорошо. Продолжаем охотиться. Погода шикарная. Немного тучки, ветерочек имеется. Постреливаем потихоньку. С открытием. Всех с праздником. С полем. Ладно. Высоковато. Летите. Ну, утки, утки, где же вы? 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 Все хорошо, друзья. Все отлично. Праздник состоялся. Видимо, там прошел дождик. Радуга вышла полностью. Красиво. Итак, по снаряжению. Использую патрон «Русский охотник». Семерочка. 32 грамма. Уже более 3 лет, наверное. До середины сентября, может даже до конца, использую данный патрон. Утку бьет очень хорошо. Всегда на рябчика можно. И на голубя. Ружье у нас морочка. Nexus 12. Вейдерс и Нордвей. Костюм, джерси, компания Тритон. И такая жилетка от Холосан есть. Так вот, рюкзак сплавовский беру с собой. Бейсболки, кепки у меня постоянно. Не могу как-то без них. Хорошо. Хочешь — стреляешь, хочешь — не стреляешь. Ладно, хватит болтать. Пошли. Зараза, не взял, не взял. Не всегда же, друзья, попадать-то. Мазать тоже надо уметь. Ну вот, друзья, норму я закрыл. Буквально, можно сказать, час охоты. Для вас это будет минут 5. Меня с полем, с открытием всех причастных, с праздником, мужики. Не забываем подписаться на канал, поставить жирный лайк, написать комментарий, порекомендовать друзьям, поделиться в социальных сетях. Увидимся в угодьях и до скорых встреч, друзья!